Итак, здравствуйте, дорогие интернет-зрители, с вами снова Скудер, а значит это... Нет, а значит это не Гран Туризмо. Теперь мы будем проходить, как вы видите, Silent Hill. Первая часть, также с первой PlayStation. Решил я немножко отдохнуть от серии наших любимых гонок. Вот. И попроходить вот Silent Hill. Потому что я его в те далекие времена так и не осилил. Сейчас мы будем вместе с вами это все проделывать. Но также у меня небольшой сюрприз. Все это дело мы будем проходить не одни. С нами вместе, чтобы было не так страшно, будет мой друг. Вот, хороший. Все это дело наблюдать, комментировать и бояться с нами. Константин. Всем привет. Костя, да. Костя, короче, у нас вот он музыкант классный. Он тоже любит бояться. Какую ты музыку, кот, играешь? Разную, страшную, металл. Вот, вот, я к тому же, что ты, короче, нас любишь бояться. Вот, тут включилась киношка. Значит, начнем мы это дело с настройки игры. Мы тут с Костей занимались немножко настройкой, и надо звук, как мы поняли, уменьшать. Еще музыку на одну нужно уменьшить. Да, лучше всего у нас эффекты идут на троечки, музыка на четверке, чтобы не заглушала наши с ним голоса. Так, и яркость, да? Надо еще увеличить, потому что до 6. Есть опасность того, что потом при заливке на YouTube все это будет превратиться в сплошную черноту. Так. И наверное, все. Так, в управление еще зайду. Хотел посмотреть. Так, вот бежать опции. Карта. Ладно, я думал, что здесь будет автоприцеливание. Я помню, что автоприцеливание здесь есть в игре, но такой иконки я не наблюдаю. Соответственно, оно, видимо, по умолчанию включается. Так, ну что? Ну, мы договорились играть на норме, да? Да, на норме. Потому что если будем играть на легком, народ нас все-таки не поймет. Вот, а на сложном мы не вывезем. Потому что... Я играл очень-очень давно и так ее и не осилил, а Костя не играл в принципе вообще. Ну так, начинаем. Вот, как вы видели из начальной заставки, Гарри Мейсон, так зовут главного героя, они с дочкой ехали, значит, в путешествие в туристическое в этот городок, Silent Hill, и попали в аварию, потому что им наперерез вышла какая-то женщина непонятная, молодая. И вроде бы они все-таки увернулись от нее, но попали в аварию. И очнувшись, он не обнаруживает рядом с собой своей маленькой дочурки. Ну, вот он идет ее искать в странном-странном городе. Город-призрак. Да, графика, конечно, не впечатляет по современным меркам. Но хочу вам сказать, что в те времена это... Опять же, это был практически прорыв. Но опять же, классный тактический ход, связанный с радиусом обзора. То есть этот туман не просто так сделан, а разработчики подумали все-таки о том, что на тот момент игра была довольно ресурсоемкая, и, ну, соответственно, сделав туман, они уменьшили радиус обзора, чтобы не загружать систему. Да, да, вот Костя правильно сказал. Это изначально... То есть изначально, в принципе, в игре даже не было снега и вот этого тумана. То есть тут они решили все это дело объяснить таким вот образом, сделав туман, ограничив тем самым обзор и уменьшив нагрузку на ресурс. Все верно. Но это дает такую атмосферу. Атмосфера вообще, да, и с тех пор же оно вот и стало фирменной карточкой, вот такой визитной. Silent Hill, туманный городок, да. То есть даже на PS2 потом и на PS3
естественно, мощности уже позволяли, но туман остался, потому что он очень такой атмосферный эффект. Плюс тут вот еще и снег идет. Хотя снега... Так, что у нас написано? Давай прочитаем. Ну так снег классно тает, когда падает. Да, вот в те времена вот даже эти мелкие фишечки, это ну, очень... Кого-то так, тут разорвало. Что-то тут, короче, кто-то что-то съел, видимо, не то. Так, Господи Иисусе, что это? Да, действительно, мужику не позавидуешь, правда. Гарри Мейсон. Шикарная камера. Да, камера классная, отыгрывает просто обалденно. Плавающая камера. Я говорю, что эта серия задумывалась как конкурент Резидента, и Резидента себе не мог позволить в те времена вот такие эффектные ракурсы и плавающую камеру, потому что задники были двухмерные, и камера там строго была фиксированная. У нас же мы сейчас попадаем вообще в какую-то кромешную тьму, ад. Сменяются немножко декорации. Вместо снега, вы видите, пошел дождь. Интересно, что же нас ждет впереди. Стало теплее. Потеплело, весна рядом. Ой-ой-ой. Инвалидное кресло, да. Оно не добавляет оптимизма как-то совсем. Странно, если бы тебя мотивировало инвалидное кресло. Какие-то мухи летают. Ну, видимо, там под простыней что-то уже давно лежит. Ой, жуть. Или кто-то. Или кто-то, да. Идем дальше. Если честно, идти мне вперед совсем не хочется. Вот вообще. Черт возьми. Но там впереди, возможно, наша дочь. И долг обязывает. Ой, кошмар. Ну, во всей серии Silent Hill музыка всегда нравилась. Да. Она это шикарно подобрана вообще. Просто. Композитор японский Акира Ямаока, он шикарен. Но в первой части он еще не развернулся на полную. What's going on here? Да. И все, и вот здесь начинаются ужасы нашего городка. Какие-то то ли дети, то ли взрослые. И, в принципе, все закончилось. Вот, собственно, и все. Мы приехали на конечную остановку. Что это? Так это был сон. А, симпатичная дама. Всегда хорошо, когда блондинка рядом. Was I dreaming? How do you feel? Oh, like I've been run over by a truck. But I'm all right, I guess. Glad to hear it. You from around here? Why don't you tell me what happened? Wait a second, I'm just a tourist. I came here for a vacation. I just got here. I don't know what happened. I'd like to find out myself. Uh-huh. Have you seen a little girl? Just turned 7 last month. Short, black hair. My daughter. Sorry. The only person I've seen in this town is you. Where is everybody? I'd tell you if I knew, believe me. But from what I can tell, something bizarre is going on. That's all I know. Hmm. What's your name? Harry. Harry Mason. Sybil Bennett. I'm a police officer from Brams, the next town over.
phones are all dead, and the radio too. I'm going back to call in some reinforcements. Hold it. Where do you think you're going? My daughter. I've got to find her. No way. It's dangerous out there. In that case, I need to find her now. Cheryl's my little girl. I can't just leave her out there by herself. Have you got a gun? No. Take this, and hope you don't have to use it. Now listen to me. Before you pull the trigger, know who you're shooting. And don't do it unless you have to. And don't go blasting me by mistake. Got it? Yeah, thanks. You do best to stay nearby. I'll be back with help as quick as I can. Так, ну вот мы тут встречаем первого персонажа, появившегося у нас на пути, так сказать. Это полицейская Сибил Беннет из Брамса, соседний городок с Сайлент Хиллом. Вот, и она нам дала оружие. Теперь у нас есть пушка. А то, что с нами происходило, это, оказывается, был сон. И интересная такая вещь, что когда первый раз я вообще запустил эту игру, Silent Hill, вот дошел до этого места, где нас только что убили, якобы, ну, во сне, вот. И... так, там кто-то у нас прошмыгнул. Вот, и экран потемнел, стал черным, и, в общем, мы играли с Лехой тогда тоже. И мы выключили эту игру, подумав, что фу, какая ерунда, как так. Не прошло и 5 минут, нас завалили, и, в общем, нам страшно стало. И самое интересное, что мы потом вернулись к Silent Hill спустя действительно несколько месяцев, ну, может быть, недель. Что нам один из наших общих друзей сказал, что да вы чё, это же самое начало, это был сон, потом проснётесь в кафешке. What's that? Ну и мы решили тогда переиграть. Radio. What's going on with that radio? Извиняюсь. Телефон. Стреляем. Так, да, надо чудище завалить. Зарядить надо. Да нет, 15 патронов уже есть. Вижу. Ой, куснул, зараза. Даже 2 раза. Да упади ж ты уже. This is not a dream. What's happening to this place? Плохо все с этим местом, плохо. Все мне его хочется Джеймсом назвать, потому что во второй части главный герой Джеймс, и во вторую часть я гораздо больше играл. У меня сразу ассоциация, если герой главный мужик, то значит это Джеймс. Так, я думаю, засейваемся первый раз. Здесь вот интересные сейвалки такие в виде блокнотов, то есть ты действительно как бы такие памятки оставляешь, то есть он кратко там пишет о себе что-то, записочки оставляет. Прикольно обыграли сейвалки. Так, ну что же, отправляемся в большое путешествие, выходим из кафешки. Разрешение, конечно, карты оставляет желать лучшего.
Но... Ну, в общем, извиняюсь, наверное, где-то за качество графики, но, ребят, по-другому вы уже знаете, что в Gran Turismo мне тоже приходилось жертвовать качеством. Так как у меня не вывозит компьютер одновременно и запись, и саму игру. Так, ну, Гарри нам предложил вернуться в тот же переулок, где мы потеряли жизнь. Вот, и мы сейчас направляемся туда. На самом деле, город довольно большой здесь в первой части, то есть, даже несмотря на то, что это первая PlayStation, здесь довольно большой открытый город. Ой-ой, собаки! Мне интересно, враги респаунятся или нет? Ну, по-моему, полностью зачистить город все равно не удастся. Насколько я помню. Вот, они все равно будут появляться. И они будут появляться так. То есть вот мы сейчас, допустим, пойдем в одно место. Не хочу сразу говорить. Сейчас все будет написано. Вот, и там завалим главного босса, и они после этого, ну, респаунятся. Как бы мир перезагружается, когда очередного босса валишь. По-моему, как-то так. Так, вот мы нашли что-то тут, завал какой-то, и обрывок бумажки в школу. Ага. She's at the school. Ну да. Мидвичская начальная школа. Судя по всему, она здесь одна, так как Гарри сразу на нее подумал. Так, вот мы берем классическое оружие просто Silent Hill, это стальная труба. Этот рисунок это я, ну вот его маленькая дочка изобразила папу. Похож. Очень, да, особенно левый глаз. Так, ну я не знаю, стоит ли брать трубу, на самом деле мне довольно долго придется привыкать. И сразу скажу, друзья, не ждите от меня там, я совсем не имба в этой игре, то есть будем умирать, меня будут долбить здесь эти монстры, потому что я, ну, можно сказать, практически не играл в нее. То есть то, что я там играл 15 лет назад... Собаки. Собакисы, оп, увернулись. По большей части, по крайней мере, на открытых пространствах, вот зараза, будем стараться убегать, потому что с патронами тут напряг большой, а где-то в замкнутых пространствах там можно, да, попробовать отбиться. Вот. Карту. Да. Посмотрите. Смотрим карту. Ну, можно через улицу Левина попробовать пройти. То есть нам надо вот туда вниз, в левый нижний угол, к Мидвичской школе пробраться начально. Ну и вообще можно город немножко поисследовать, потому что пособирать разные ништячки, но нам вот такие всякие мерзопакостные существа не будут это давать делать. Будут нас постоянно преследовать. Вот. И всячески пытаться нас убить. На самом деле, действительно атмосферно очень сделано. Вот этот вот туман, он нагоняет атмосферу просто колоссально. И страха. Ну, ты когда не видишь, получается, впереди, да, вообще, ты теряешься сразу. Вот мне, допустим, довольно было бы тяжело здесь бегать, ну, несмотря на карту. То есть это тяжело. Да, гнетущая атмосфера. Прямо, прямо направо. Так, да, бежим прямо. Ну, что-то мне подсказывает, что не все так просто на самом деле. Так, ой-ой-ой, еще одна собака, как она прям в воздухе поворачивает.
Ай-яй-яй-яй-яй. Ой-ой-ой. Обрыв, черт его дери. Ой, еще собаки. Так вот. Ай! Застрял, блин. И она все равно. Вот нету автоприцеливания. То есть, по идее, он должен сам нацеливаться на врага. Так, посмотрим карту. Патронов сейчас совсем не густо. Да, сейчас надо повернуть налево, наверное. А по жизням что? Сейчас проверим. Так, опа, какие-то записки. Какие-то листки. Конура. Улица Левина. Надо ага, на улицу Левина. Подсказка, да, по-любому. Так, вот и еще. Какие-то. Что-то листки разбросаны. Ага, ну их он, к сожалению, не читает. Ну, видимо, да, они не нужны. Да. Так, улица Левина. Давайте посмотрим, где у нас улица Левина. Ну вот мы по ней. А, были. По сути, да, мы были на ней. Там у нас обрыв внизу. Значит, бежим прямо и налево. Там на улицу Левина. Что-то нас там должно ждать. Вот здесь, в Silent Hill, много вот таких подсказочек разбросано. То есть напрямую нам никто ничего не скажет. Бежим, бежим, левее. Надо ближе к домам держаться. Да, потому что здесь может быть что-то разбросано. Вот, вот так, она, вот. Но здесь надо отбиться от вот этих вот собак. Можно взять трубу, чтобы не тратить. Да, можно, но трубой вот я... Вот собака. Ну хорошо, давай попробуем трубой отбиться. Ой-ой-ой, жизни у нас на самом деле мало. Так. А сколько патронов? Патронов 15. Да нет, знаешь, наверное, я все-таки в запасе уже есть патрончики. Все-таки постреляем, потому что я не надеюсь на себя. Так, добивать, добивать, срочно добивать. Вот так вот. Вот меня очень, мне не нравится, что здесь... Почему нету автоприцеливания? Я помню, что оно было. Кошмар какой-то. Я хоть попал? Нет. Нет, не попал. Это реально жесть. Гарри, мать твою. Съешь таблеток и возьми трубу. Да, опять она нас хорошенько отделала. Последний напиток. И надо сказать, что жизни все равно мало. Надо будет искать. Ребята, те, кто знают, пожалуйста, подскажите, есть ли в Silent Hill вообще автоприцеливание и как его можно включить. Потому что, насколько я помню, оно было. Его... Бей. Опа. По-моему, есть. Промазал. Есть. Бей. Так. Очень плохо. Очень быстрый нехорошо. Быстрый удар же есть. Есть. Добивай. Давай, Гарри, давай. Добей ее. Все. Вот, и напишите в комментариях, как вообще, есть ли оно и как его, если есть, как его включить. Так, вот, видимо, это имелось в виду. Да, я помнил, что в какой-то собачьей конуре есть ключик у нас. Мы его взяли. И нам срочно, прям срочно нужна аптечка. А, так, мы-то взяли ключ, а вот где его использовать, в упор не помню. Может быть, это от этого дома, рядом который... Да, отлично. Хорошо. Хорошо, что дом не пришлось. О, смотри, что у нас тут лежит. Это просто спасение. Большая аптечка, насколько я помню, она восстанавливает полностью все жизни. Закрыто. Ну, по-моему, здесь все двери будут закрыты. Так, вот это у нас сохранялка. Это вообще бонус. Так, патрончики. Сейчас мы тогда этот исследуем домик.
Чё лечебная? Коктейльчик или что это? Это какие-то бутылочки со смесями, с какими-то травяные настойки? Это как эти алкаши в аптеке покупают спирт. Фунфурики, да? Ну, возможно, да, Гарри у нас... Да нет, он вроде бы не пьющий. Да ты посмотри на его цвет лица. Нет, ну, может быть, да. От такой жизни просто начал спиваться потихонечку. Так, запишемся на новое место. Томск-Конурой. 15 минут бегаем уже. Ну, хорошо. Так, думаю, стоит полечиться. Думаю, мы заюзаем, наверное, большую аптечку. Ну что, очень плохое состояние здоровья, да. Так, и очень большой вопрос, это у нас остается. Так, это что? Это карта. Ключи к затмению. На этой карте на стене что-то написано. Так, ну это чья-то карта. Я скопировал надписи на свою карту. И Гарри у нас скопировал это все себе. То есть это... У нас, по сути, вот первая головоломка. Здесь три замка. И, соответственно, их нужно все три открыть. И тогда мы попадем... Ну, в общем, это дорога к вот этой вот школе. Иначе мы не попадем. То есть все... Вопрос, как их открывать? Ключи... Ключей нету. Сейчас нету ни одного ключа у нас. Сейчас мы выходим на улицу и смотрим на карту. Вот, Гарри перенес. То есть у нас отмечена кругляшком улица Элроя. Или Элроя. И переулок. Вот нам надо как-то туда попасть. Ну, сейчас предлагаю идти тогда в переулок. На улицу Мэттисона. Вот, а потом на улицу Элроя пойдем. Так, ну и по возможности, я говорю, сражений будем избегать, потому что... Ну просто потому, что нас завалят. Так, по-моему, вот сюда. Ты, Константин, тоже бди. Да я смотрю... Ну, сейчас, да. Что нам, прямо по улице, да? Мэттисона осталось бежать до переулка. И, ну, это первая головоломка, я не думаю, что она будет... Ой, там на взлет пошел один из птеродактилей. Бомбардировщик. Да. Отстань. Странные какие ребята. Ну, вот такая вот нечисть тут бегает. Птички-переростки. Так, большой перекресток. Подожди. Так, ага. Еще немножко. Не добежали. Так. Найти бы нам еще что-нибудь вкусного. Настойки этой. Спиртовой. Было бы уже... Так, вот, по-моему. Ну, это не тот ли переулок, в котором мы были? Они, кстати, похожи. Не очень похожи. Ну это Silent Hill, это типичный такой городок, уездный, так скажем, американский имеется в виду. И тут все однотипное. Так. Плохо, что ничего нету. Никаких. Так, а мы его насквозь пробежали. Так, давай-ка посмотрим. Я думал, что мы... Или может надо было забегать... Давай еще раз пробежимся. Там, вот сейчас как ты бежишь, справа что-то было. Да чтоб тебя. Надо убегать, иначе... Так, я думаю, надо его завалить. Трубой его не отделаешь, да, его надо... И пробежать. Валить с пистолета. Да отстань ты. Да я мажу. Я просто мажу. Просто в молоко все ушло. Зарядил? Так, а вот большой вопрос, как перезаряжаться. Кстати говоря.
Перезаряжаться, видимо, только из меню. Так. Интересно, почему 15 патронов горит? А, можно вот так прямо. Вот, да, доходит до такого, ребят, вы уж извините, но действительно, я просто, ну, можно сказать, впервые играю в Silent Hill, потому что я уже вообще не помню, что там было. Так, вот что-то здесь. А, тут видишь, у нас какой-то дворик есть. Хорошо, что можно камерой вертеть. Mm-hmm. Так, и вот что-то блестит, ой, опять какая-то гадость. Собачья голова, смотри. Mm-hmm. Оливье. Оливье, ключик. Mm-hmm. Ключ дровосека. Конечно, взять. И вот смотри-ка, настоечка, микстурка. Настоечка, это хорошо. Это просто замечательно, не зря мы сюда зашли. Так, ну, дверка, наверное, закрыта. Она вообще никак не реагирует. О, смотри, это баскетбольный щит, ты глянь. Как все сурово, тут играли, суровые люди играли, получается. Играли головой собаки. Головой собаки. Кошмар. Просто дети Silent Hill, они настолько суровы, что играют в баскетбол головой собаки. Так. Так, ну я понимаю, что здесь у нас миссия закончена в этом переулке, да? Потому что тут мы взяли все, что хотели. Меня единственное интересует закуточек. Вот этот. Нет, здесь тоже ничего нету. Так, камеру перевернем. Так, ну да. И теперь нам надо бежать снова назад по этому переулку. И вот где обведено улица Элроя. Да? А, и еще видишь, стрелка вон появилась где? Где? Наверху. Ага. Так, или может тогда туда сбегать? Ну, давай туда сбегать сначала. Раз мы уже здесь, да, давай. Давай тогда пробежимся туда. Опять там сзади нас истребитель атакует. Так. Бежать действительно лучше по краям, потому что могут... Что-то может лежать тут. Интересное. Вот опять. Птеродактили. Автоприцела очень не хватает. Ну, правда. Может, это, конечно, читерски, но, с другой стороны, здесь, в принципе, нет вообще никакого прицела. Mm-hmm. И так, еще один. Еще один. Их двое! Кошмар! Кот, ты глянь. Берем, у меня берем. Просто ключ льва. Берем и сваливаем от этой машины полицейских. У нас уже два ключа есть. И это очень радует, на самом деле. Так, сейчас мы тогда пробежим вот здесь. И выйдем мы на улицу Элроя. Мы уже на ней. Что-то здесь еще нас должно ожидать. Так, ну на самом деле, я думаю, сейчас мы возьмем там третий ключ. И, наверное, на этом первую серию мы закончим. Вот. И во второй части уже посмотрим, что там за той дверью нас ожидать будет. Откроем ее. Так. Что-то как-то с этой стороны пусто. Поваленный забор. Не, на самом деле четко. Классно. Атмосферно. И опять обрыв. На самом деле в детстве, играя в Silent Hill, меня очень пугали эти обрывы. Прям, ну вы смотрите, вот внизу вообще ничего, пустота. Ой, опять птеродактиль. Так, ага, вот. Вот это место помню, обрыв, да. И, ай-яй-яй-яй-яй. И опять этот... Товарищ. Товарищ, да, очень нехороший товарищ. Третий ключ. Ключ страшилы. А, ну тут, короче, из страны ОС. Прямо герои все. Так. И вот, кстати, в Silent Hill все головоломки, они, ну, подчеркнуто взяты откуда-то. То есть, наделены, в общем, смыслом каким-то.
Так, нет, не туда зашел. В принципе, карту можно и отсюда попасть. Так, сейчас тогда мы бежим... На улицу Левина. Да, на улицу Левина снова в тот дом. Там засейваемся. И... Может быть, съесть таблеток? Ну, что-то красновато было. Пока оранжевое, я думаю... Думаю, пока выдержим. В принципе, пока открытые пространства, я от них могу уворачиваться и как-то уходить от конфронтации открытой. Так, вот, по-моему, это оно и есть. Ну, как они ныряют, а? Кошмарики. Нет, рановато. Рановато завернул, да. Так. О, может здесь чего есть. Еще, вот, например, со второй, третьей части было удобно сделано, что главный герой, он если что-то видел, с чем... Вот опять он из-за кутка оттуда взлетает. В общем, если он видел что-то, с чем может провзаимодействовать, то есть патроны, да, или какие-то, ну, не знаю, вещи, которые можно взять, он на них смотрел, то есть прям поворачивал голову, было видно, что, например... Если там Хизер смотрит куда-то, значит там что-то лежит по-любому. А здесь Гарри, вот он как-то не хочет это делать. Ну это добавляет соли в прохождение. Да, это усложняет, само собой. Это очень сильно усложняет. Вот и сюда. Да. Вот мы снова вернулись в этот дом. Так, у нас есть все три ключа. Бедный Гарри запыхался, столько бегать. Открываем. Так, я думаю, сейчас мы засейваемся. Так, сделаем новую запись. Дом с конурой. Хотя можно было, наверное, переписаться на тот старый сейвик. Так, и сохраним небольшую интригу. В этой серии мы не будем открывать этот дом, эту дверь. Мы с вами сейчас, дорогие интернет-зрители, прощаемся. И увидимся во второй серии прохождения... А Silent Hill, где уже откроем эту дверь и посмотрим, что же за ней. Все, всем пока-пока. Увидимся в следующей серии.